Вот яйца веселок. Это очень хорошо, что мы нашли именно яйца веселок, потому что они не пахнут, с ними удобнее работать. Их можно просто сырыми съесть, их можно порезать, хотя это сложно. У них желе, земляное масло внутри. Вот. Ну и посушить лучше всего, потому что водки на них не напасешься. И когда она понадобится, неизвестно и кому. А сушеные всегда, они хранятся несколько лет. Вот еще одна. Да? Дай-ка я его сниму. Это я еще не заметила. Вот невдалеке под листьями еще был бугорок. Потому что мы нашли одну веселку. Запах. Но мы знали это место, что здесь они бывают. Мы в прошлый раз, недели две назад, нашли много здесь яиц и веселку одну. И сейчас нашли одну веселку, а остальные не успели проклюнуться, слава богу. Поэтому нам повезло. Очень удобно с яйцами работать. А веселки...